Всем привет! Сегодня мы в нашем любимом Изборске. Если отдыхать, то здесь. Если рекламировать парапланы не в юг, то тоже здесь. И сегодня мы хотим испытать и представить вам новинку от Невюк. Это вот такой вот такая компрессионная концертина. То есть это мало того, что концертина, это еще штука, которая засовывает сама себя в мешок. Вот, и мы сегодня попробуем упаковать крыло в нее, не отстегивая крыло от подвески. Ну и вообще посмотрим, насколько это удобно и как у нас все это получится. Ну вот такая вот штуковина. Внутри молнии никакой нету. Только три защелки. Уложили. И что там, теперь сложение по замкам, по-моему, да? Оно подразумевало вот такой вот вариант. Вот так и сверху вот так. Отпускаем из крыла воздух. Думаю, что здесь, как и в любом деле, нужно немножко сноровки. Ну да, можно свободные концы сложить там отдельно внутрь мешка. Можно, в принципе, оставить. Я пошел.